Доброе утро. Смотрите, кто к нам приехал. Сосулька, спасатель. Я так думаю, что они сейчас будут подниматься и убирать сосульки, потому что сосульки падают. В принципе, тут и глыбы льда падают. Ну, крыши, видите, они вот так вот, домиком, да, вот там на дальнем видно. Поэтому здесь вот под окнами сейчас машины ставить очень опасно, потому что может прилететь не по-детски. И вот сейчас будут сажать человечка. Ну, какого человечка? Вот, дворника нашего. И он полезет. Ну, его поднимут наверх, и он будет убирать сосульки. Я такое уже в прошлом году видела. Очень интересный, так сказать, процесс. Мы с Кристюшей наблюдаем. Сейчас его будут поднимать. О, он закрепился. Ну, в смысле, как закрепился? Спиной прислонился к поручням. И вот так раз-раз-раз медленно поднимают. И сейчас он там будет сосульки скидывать. Вот так. Хоба, хоба, хоба. Хоба, хоба, хоба. И они вот падают вниз. Но лучше, чтобы они упали вниз, потому что пока там нету никого, чем кому-то на голову или на чью-то машину. Видите? Короче, очень-очень увлекательное зрелище. Они, конечно, падают с таким грохотом. А тут эта машинка стоит. Мне один раз прилетало, но мне с моего дома прилетало. Ну, сильной вмятины не было, но след остался на крыше. Так что, вот такой вот интересный процесс. Очень увлекательный. Как бы там вот этому мужику не прилетело, который с этим краном. Тоже, знаете ли, опасненько. Так вот, видите? Мы с Кристюшей работаем. Я в комбинезоне. Я не голенькая. Я в комбинезоне, потому что дома тепло. Работаю. Работаю. Ну, как-то. Всего много. Знаете, среда, а я уже устала. Но зато много интересного. Например, оказывается, знаете, что на Вайлдберрисе на ваши отзывы не всегда отвечает сотрудник. А есть специально обученные боты из нейросети, которые отвечают и очень даже неплохо. Вот мы сейчас тестируем, очень даже интересно. Обрабатывает возражения, обрабатывает претензии. Ну, короче, цивилизация. Вот так вот. Да, Кристиш? Все. Я все время смотрю на себя, а надо смотреть в камеру. Когда смотришь в камеру, ощущение, что смотрю вам в глаза. А я, блин, сама себе в глаза смотрю. Все, короче, я пошла работать. Так, все, сейчас понесли его, мужичка этого, к нашему дому. Сейчас будет все у меня здесь падать. Видите, бедная моя черешня. Сейчас сверху. Ну, тут у меня ничего нету. Надо мной, видите, даже сосулек нету. Я такая горячая женщина, что даже все сосульки надо мной растаяли. Все, короче, вертают мужика обратно. Вот такие вот дела.
Сейчас его тыдыдым. Раз, раз, раз. Медленно, чтобы не упал. Вот. Странно, этот промежуток его никто не убирает. Вот эту парковку. Не, тут два ука у нас получается. То есть ни одно ука, ни то, ни другое. Видимо, они не поделили, кому это принадлежит. То есть здесь мы тупо просто ждем, когда растает. Прохладненько. Так, ладно, я пойду к своей. Прогреюсь. Еду немножко дела поделаю. И мне надо в магазин зайти. У меня мед закончился. Все равно весной пахнет. Несмотря даже на легкий морозец. Ну что, я дома. Блин, шерсть клоками. Мне нужен робот-пылесос. У меня загорелось желание. Короче, зашла за медом. У меня мед закончился. Для обертывания покупаю. Взяла сахар. Белая смерть. Знаю, девочки. Знаю, знаю. Но пока как-то так. Краску взяла. Серебристый блондин. 169 рублей по скидке. Пятерочки на Озоне. 190 она уже стоит. Так, чеки. Лаваш. Два сырочка. И вот такой вот кальмарфиш с креветками. Очень классная вещь, если намазать сюда и положить свежий огурчик. Прям просто бомбически. Ой. Котики спят. Дома все спокойно. А, еще бутылку воды купила. Там уж она стоит. Значит, вода закончилась. Из-под крана невозможно. Такая дрянь. Прям от одного этого вкуса подташнивает. Так что сейчас 3 часа. Сейчас сделаем себе вкусный ролл. Да, Дусь? Ты готова? Сейчас я зелень достану. Да? Я знаю, что ждет. Что ждет Гуся? Что ждет Дуся? Дуся ждет... зелень. Беру огурец и зелень. Тоже ее надо доесть. Да, Дусь, я знаю, чего ты ждешь. Видишь, достала. Даже не пошла относить в ванную краску. Отлично хранится, девочки, если в любой контейнер, в пластиковый, например, положить салфеточки сверху, снизу, зеленуха как свежая. Вообще не вянет, не воняет, не гниет. Ну, короче, вообще бомбический способ. Надо все. Твоя любимая руккола, да? Вот это она не очень любит красненькую. Шпинатик может, может. Но руккола у нас самая любимая. Наслаждайся. То как-то сегодня ты у меня без зелени, мне аж неудобно. Я посадила им зеленуху. Ну, я в баночке сажаю обычную зелень. Но она пока еще не выросла. А женщине вот надо, весна скоро. Ешь, ешь. Гурманка. Крестюш, что за скандал в доме? Я работаю, мне сейчас пока некогда. Сейчас я закончу, и мы с тобой пойдем погуляем. Подожди. Крестюш, но мы же вроде договорились, что ты не будешь хулиганить.
Тебе зачем туда срочно? Вот скажи мне, зачем тебе туда срочно? Надо? Зачем надо? Там лето еще не наступило. Поорать надо в окно. Ну ладно, встаю. Раз надо. Пожалуйста. Капает все. Потеплело опять. Ночью было где-то минус 7, утром минус 7. А к вечеру потеплело, там, по-моему, до плюс 2 градусов. Слышите, капает. Ну хорошо, пусть скорее все капает. Наконец придет настоящая весна. Кристюш, сядь и сиди, нюхай. Куда ты полез? Вот он, дворовый дух. Может, хватит, Костюш? Нос не отморозил? Костюш, давай домой. Нет, ненадолго, через 5 минут. Опять будет стоять, драть жалюзи. Ой, без 26 еле вырвалась. Ой, а что там, детский сад? Сколько? 5? Да, слушайте, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Матерь Божья. 6 детей, 1 женщина. Это, по-моему, женщина, которая теперь на первом этаже живет. И что, у них теперь детский сад? Кристюша! Дай мне следить за соседями, мешаешь. Офигеть. Интернациональный детский сад. Вот так вот. Пока вы думаете, размножаться или нет, за вас размножаются другие. Все, вот такое сегодня получилось видео. В принципе, не планировала снимать. Я в том самом... Я одетая, не голенькая. Пока не планировала снимать, потом начала, и, ну, короче, уже надо было закончить. Как бы так. В общем, вся в делах, вся в заботах, в работах. Оторваться сложно. Но ничего. Работаю, как говорится, на будущий отпуск. Поэтому есть цель, как говорится. Для чего? Опять же, скоро весна, сегодня 28 февраля, не знаю, когда выйдет это видео, не знаю пока, но снимаем, да, я снимаю 28 февраля. То есть еще чуть-чуть, буквально через 2 дня весна, ну, по крайней мере, официальная весна, а там уже хочется верить, что она прям раз и настанет. Короче, весны хочется. Очень хочется... Так, дети идут в мой палисадник. Вот этого не надо. Женщина, заберите, пожалуйста, ваш, так сказать, сборник. Сборник юных талантов. Господи, как женщина... Да она, по-моему, не парится, знаете... Ну вот, что, она посмотрела в их сторону и все. Что он там в этом сугробе ищет? Съел он там какашку, не съел? Наверное, с таким количеством это уже не имеет никакого значения. Ну вот. Вот такой вот детский сад. Так, там еще девочка откуда-то прибежала. Думала, там только мальчики. Так вот, детский сад. О, давай, девочка, сюда. Правильно, и ты сюда иди. Женщина, смотрите за вашими детьми. Они у вас расползаются. А женщина дверь открыть не может. Что-то она на эту дверь так смотрит несчастно.
Чё, Кристюш, ты в шоке? Да, я тоже в шоке. Граждане Российской Федерации. Да. Так, ладно. Я уже попрощалась. Время без 26. Сейчас еще 20 минут. И заканчиваю работу. Ну, как бы заканчиваю. На самом деле, еще как бы с подработкой надо разобраться. Ну, то есть... Еще поработаю. Спать хочу. Не выспалась. Сегодня встала рано. Опять же, потому что столько дел, что спать не могу. Голова прям разрывается. То надо сделать, это надо сделать. Все успеть. Все, прощаюсь наконец-то. Наконец-то прощаюсь. Вам желаю хорошего дня, хорошего настроения. И наше любимое. Пусть планы становятся... Пусть мечты становятся планами, а планы обязательно сбываются.